Высаженные растения специалисты укрепляют с помощью усиленных тросов. Так, минувшей ночью на пересечении улиц Москвина и Войкова высадили 10 крупномерных пальм высотой до 8 метров. Как подчеркнули в городском департаменте по охране окружающей среды, лесопаркового сельского хозяйства и промышленности, эти крепкие представители пальмовых культур будут подчеркивать субтропическую индивидуальность Сочи. После Нового года работа по высадке будет продолжена. Пальмы планируется сажать на Приморской набережной. Также заключен крупный контракт на высадку 80 крупномеров из местных питомников на улице Новогинской. Выбор пальм осуществляется с учетом видового разнообразия окружающих пород. Места для их высадки определены в нескольких ключевых точках – рядом с концертным залом фестивальной, вблизи пляжа «Маяк» и на транспортной развязке рядом с центральным стадионом. Все работы планируется завершить до начала летнего курортного сезона.